Привет, друзья! Вы на канале в гостях у Алиши и Егора. Я сегодня буду... Сегодня Алиса будет доставать из помидор киндеры. Нет, сюрпризы. Сюрпризы. Да, сюрпризы будет доставать Алиса из Плейдо. Да. А ну-ка давай посчитаем, сколько их тут у нас. Много-много разных цветов, да? Плейдо. Давай посмотрим, какие цвета здесь есть. Какой это цвет? Показывай пальчиком и говори, какого цвета. Нет, ты. Какой это цвет? Белый. А по-английски? Белый. Нет, белый по-русски, а по-английски? Я не знаю. Как это ты не знаешь? Ты же знаешь все цвета по-английски. White. White. Какой? Green. Green, зеленый. Какой? Orange. Orange. Какой? Blue. Blue. Какой? Yellow. Какой? Фиолетовый. А как по-английски? Твой любимый цвет? Purple. Молодец. Какой? Red. Красный. Молодец. А сколько их тут у тебя? Давай посчитаем. Сколько сюрпризов? Три. Ну давай, ты посчитай до 10, а я дальше посчитаю. До 10 ты же умеешь считать. Ну давай, посчитай. Я сама же не умею. Ты умеешь. Ты до 12 очень хорошо умеешь считать. Давай, покажи друзьям своим, как ты умеешь считать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 18, 19, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Сюрпризов Плейдо. И еще фигурка Мялка. Да, потом... Little Last Pet Shop, да? Да. Ну давай, с какого ты начнешь? С этого. С фиолетового. Любимый цвет Алисин фиолетовый. И она начинает доставать там сюрприз. А, так, кто там у нас? Я хочу сама открыть. Микки Маус, мне там кажется. Нет, девочка. Девочка? Ну давай. О, ничего себе, у тебя выпрыгнула. Здорово! Микки Маус мальчик! Микки Маус мальчик, а Алиса говорила девочка. Прикольно! Давай дальше, следующее яйцо открывай. Какого цвета? Розовый. Давай розовый открывай. Что там у нас будет дальше? Так. Ну-ка, нам интересно всем. Что там дальше? Лисенок! Лисенок! Ну-ка, покажи нам лисенка. Покажи, покажи. О, какой лисенок классный, красивый такой лисенок. Ой, здоровский, маленький лисеночек такой. Так, лисенок уже попался. Я хочу после игрушки забирать. Давай. Зеленое яйцо дальше открывает, да, Алиса из Плейдо. Какой же там будет сюрприз? Так. Тянется, как жвачка для рук. Тянется, как жвачка для рук, да, точно. Ой! Так, а что там у Алисы? Папа хотел забрать у Алисы. Опа! Ну потом достанем, ладно. Крошек. Ну-ка, это вот такой. Это крош, да? Да, крош. Из какого мультика? Смешарики. А, это смешарики. Привет-привет, друзья. Я крош из мультика Смешарики. Так, вот сюда их будем ставить, да? Вот тут пускай стоят. Упала игрушка. Так, дальше. Дальше Алиса открывает красный сюрприз Плейдо, да? Давай посмотрим, что там есть у Алисы. Да. Давай. Давай отсюда я отлеплю с ручек. Вот сюда прилепи. Ручками вот так вот. Молодец. И все у тебя. И вот со стола тут тоже. Вот, прилепи. И давай сюда. И доставай. Что там у тебя дальше? Вот. Молодец. Что там у тебя дальше за киндер такой? За сюрприз, то есть. А! Ой, опять упал. Ну-ка. Я хочу его поднять. Поднять? Ну, поднимай. Так, молодец. Алиса все поднимает. Ну-ка, покажи нам, что там есть. Бараш. Опять смешарики. Бараш, да, бараш такой. Тоже смешарики? Да. Или Маша и Медведь? Бараш. Бараш, он с какого мультика? Смешарики. Смешарики, здорово. Давай дальше. Он без подставки.
Он без подставки, да, балашек. Да, это няня оторвал подставку. Да? Да. Ну ладно, пускай он тут лежит. Вот да. Тут мы их ставим. Ну давай дальше. Открывай нам сюрпризики. Оранжевый. Другие, да? Оранжевый. Оранжевый? Давай, оранжевый. Посмотрим. Здесь розовая капсулка. Здесь розовая капсулка? Вместе с розовым. Да? Вместе с оранжевым. Вместе с оранжевым? Давай, отклеивай. Вот, приклеивай, то есть вот этот пластилин сюда. Вот так вот, как ты делала, Стив. Ой, ты красивый какой, да? Ну, давай, открывай. Открывай. Какой-то интересный киндер-сюрприз такой розово-оранжевый. А там что собака! Это? Собака! А это из какого мультика собака? Я не знаю. Не знаешь? Ну, давай, просто собака. Покажи нам эту собаку. Как собака гавкает? Гав-гав-гав. Гав-гав-гав. Так собака разговаривает, да? Так, собака какая серьезная. Пускай она всех охраняет. Да? Охраняет всех собак. Белый. Белый Алиса теперь берет. Ну давай. Желтая капсула. Желтая капсула. Так. А! Давай, что там в этой желтой капсуле? Да, потом очистим. Давай. Я ее хочу очистить. Ну давай, нам же интересно, что там за сюрприз. Алиса, давай быстрее. Так. Что там за сюрприз такой? Нюша! Нюша, покажи. Вот она, Нюша. Нюша, а это из какого мультика? Смешарики. Опять смешарики. Одни смешарики у Алисы попадаются. Ой, здорово. Получается, кто там у тебя? Зайчик, да? Или как его зовут-то? Зайчика этого. Вот этот с ушами большой. Да. Как его зовут? Вот это. Это Крош. А, Крош, Бараш и Нюша. О, папа забыл все. Синий. Так, дальше синий. Это фиолетово-синий. Это фиолетово-синий? Так, давай сюда. На. Давай сюда. Так, что там у нас сейчас у Алисы попадется? Опять смешарики, наверное. Не, птица! Ой, птица, что это за птица такая? Это курочка, наверное? Да, курочка. Ну-ка, покажи нам курочку. Какая курочка? А как курочка разговаривает? Ку-ку-ку-ку. Ку-ку-ку, правильно. Вот такая курочка интересная получилась у Алисы. Достал. Ку-ку-ку. Так. Желтая капсула. Желтая капсула теперь у Алисы. Давай. Опа! Открыла. Алиса быстро как научилась открывать. Кто там? Уидзи из Макрена. Мони Макрена, мы вот из машин. О, как Уиджи? Да, Уиджи. А из мультика «Молния Маквин» самый быстрый из машин? Да. Здорово. Ты такой тоже мультик знаешь, что ли? Да. Ну ты даешь. Я думал, только Егор у нас про Маквина знает. Я тоже знаю. Ты тоже знаешь? Ясно. Ну давай дальше смотреть. Белый. Белый. Давай белый. Или оранжевый. Зеленый. Алиса уже не знает, какой выбрать, да? Желтая капсула. Желтая капсула, зеленый... Плейдо, да? Съел его. Так, молодец. Давай. Давай зеленый сюда. Нет, ты нам сюрприз доставай. Нам же сюрприз интересен, какой ты достанешь. Мальчики, так делать надо. Да? Да. Ну, делай тогда, ладно. Ты колобка делаешь? Нет, просто надо вот так мять. Да, так мять. И тогда пальчики хорошо работают и развивается мелкая моторика, да? Ну-ка, давай. Что там у Алисы еще? Мэтр! О, Мэтр! А это откуда? Из фиксиков? Нет! Маша и Медведь? Нет! А откуда? Маквин самый быстрый из машин! Маквин самый быстрый из машин! Ну-ка, покажи нам! Вот он! Это Мэтр, да? Ой, какой классный Мэтр! Смотрите! Да! А у него там что, кузов? И еще кран такой, да? Да, чтобы хорошо. Цеплять там что-то, помогать всем. Так, машинки еще... цепить. Да, машинки, помогать машинкам. Ну, давай дальше. Оказывается, тут еще из Маквина есть всякие фигурки. Крас. Да. Синий. Вот такой. Ну, давай вот такой синий. А это голубой. А это голубой. Доставай вот этот синий тогда. Оранжевая капсулка. Оранжевая капсулка.
Так, сейчас посмотрим, что там. Так, доставай. Помяла? Вот, смотри, вот на столе еще. О, молодец. Помяла? Как в мультиках показывали, мять надо. Вот так-то. Вот так, молодец. Ну, доставай теперь, посмотрим, что там. Тоже молния Маквин, самый быстрый из машин, да? Я думаю, нет. Я думаю, что там будет опять смешарики. Мотоцикл! О, мотоцикл какой! Ну-ка покажи, какой мотоцикл. А это я вообще не знаю, из какого мультика. Какой-то мотоцикл Это такой странный. Брон-Брон. Брон-Брон? А что за мотоцикл такой? Он едет, который. Ездит, да? Ну-ка Йоу! покажи нам мотоцикл какой-то интересный. Ой! Ой, что-то у тебя там уже отломалось. Ну ладно, положи его, давай дальше искать. Давай, я сделаю. А, это ветровое стекло отломалось у мотоцикла, да? Так. Это мне в киндерах попадался потом. А, вот Да, мотоцикл. следующий раз он мне Так, попадался что там у тебя мотоцикл. еще дальше попалось? Желтая капсула, оранжевая капсула, оранжевый плейдор. И что там? Ну-ка, показывай, давай. Надо помять. Ну давай, помни, конечно, помни. Вот Так, чтобы такой. пальчики у Алисы работали хорошо, да? Так вот. Ну давай теперь в шарики папа уберет, а ты нам доставай сюрприз. Что там думаешь, что там будет, а? Как ты думаешь? Ой, что-то Алиса загадочно улыбается так. Кто это? Монстр из смешариков. Монстр из смешариков? Ой, какой страшный монстр из смешариков-то, а? Я что-то такого монстра там и не видел. Точно из смешариков? Да. Какой-то вот такой монстрище. Ладно, пускай стоит монстр. А он добрый монстр или злой? Злой. Ясно. Ой, а что я там вижу? Любимая Алисина игрушка, да? Это радуга! Это радуга! Как называется? Лэмбундэш. Вот так. Из какого мультика? My Little Pony. Да. My Little Pony, да? Да, как мне эти чечевили и радуга, и искорка. Да, и искорка. Много их там. Это любимые Нет, три! три, да? Кто Да. еще там? Никто Никто? пока. Да. Алиса любит очень, да? Давай Нет, это покажем. поставь. Покажем друзьям нашим. Вот такая вот радуга, да? Little Pony, красивая. Алиса любит очень. Оранжевая капсула. Оранжевая капсула. Давай посмотрим, что там в оранжевой капсуле. Давай пластилин сюда. Забираем. Так, что там есть? Машка! Откуда эта Машка? Машка-растеряшка. Маша и медведь. А, Маша и медведь. Мультик такой Маша и медведь, да? Да, но мы в киндерах не посмотрели. А мы медведя не нашли, да? Давай посмотрим, может и медведя еще найдем. Маша художница, да? Давай дальше Белый. искать. Фиолетовый. Или розовый, да? Фиолетово-розовый. Так. Ну, Алиса уже быстро научилась распаковывать, да? Плейдо. Плейдо сюрпризы. Ой. Ой, что там, упало? Уже испачкал. Давай, ну-ка распечатывай. Опа. Золотая. Желтая. А что там будет? Не знаю. Давай посмотрим. Нам всем интересно. Не получается? О! Что-то белое там такое. Это киндер! О, настоящий киндер! Король киндеров! Игрушечный! А? Игрушечный! Игрушечный! Но это игрушечный король киндеров, да? Давай покажем. Может, не все видели, вот что такое киндер есть, да? Игрушечный киндер, а он держит еще целую коробку киндеров всяких. Это король киндеров, да? Да, и он такой, что большой. Да. Ну-ка, давай дальше, что там еще есть? Красный. Красный. Посмотрим, что там, а там прозрачная капсула. О, и опять любимый Алисин персонаж. Кто там, а? Ну-ка, кто там? Или папа ошибается? Это А, овечка! это не овечка, это пудель, собачка.
Я думал, это My Little Pony, а это собачка, пудель такой. Покажи. Нет, киша. Да это пудель, собачка. Нет, кишка. Да, дай посмотрю. Да собачка это пудель, по телефону разговаривает. Мяу, 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 мяу. Алло, алло, Алиса, привет. Мяу, мяу. Я собачка, а не киса. Киса. Ну давай дальше. Сколько осталось? Сколько у тебя осталось? Синий, голубой. Синий, голубой. Сколько осталось у Алисы? Розовый и с оранжевым. Розовый с оранжевым. О, какие цветные у Алисы киндеры. Давай. Открывай. Это как будто бы лужа. Да, как будто бы лужа. Давай, открывай. Ну давай, давай, мы же хотим посмотреть. Ну потом очищать будешь от пластилина. Алиса, открывай. Алиса. Час. Алиса. Час. Алиса. Ну как Алиса любит пластилин мять, да? Оп. Давай, доставай. Я хочу розовый. Так. А там какой-то грузовичок машина. Но это непонятно из какого мультика, это просто грузовичок. О, у него даже это самосвал, да? У него даже кузов откидывается. Ну-ка, покажи нам всем. Вот такой грузовичок, машина, да? В песочке играться, да? Только в песочке его потеряешь сразу. Прикольно. Сколько у Алисы там еще осталось? Плей-до сюрпризов? Три. Ну-ка, посчитай хорошо. Три, два, три, четыре. Четыре. Открывай. Какой будешь открывать? Фиолетовый, белый, желтый, фиолетовый, синий, белый, желтый, фиолетовый, синий, фиолетовый. Ну ладно, бери, какой возьмешь, такой возьмешь. Открывай любой. Я синий уже открывала. Так ты уже все пооткрывала, уже такие белый цвета попадают. Ну давай белый, белый один был всего. Ну и синий, в принципе, был один такой. Оранжевая капсула. Оранжевая капсула. Так. Давай посмотрим, что там в оранжевой капсуле попадется. Это Гелли. А это откуда? Улитка? Это Гелли. Гелли? Да. А откуда, с какого мультика? Маша и Медведь? Нет, Губка Боб. Губка Боб, еще такой мультик есть. Прикольно. Нам такого еще не попадалось, да? Желтый. Желтый. Давай желтый открываем. Желтая капсула и желтый пластилин. Давай, открывай. Желтая капсула и желтый пластилин. Что там у нас попадется, как ты думаешь? Не знаю. Ну давай, посмотрим. Открывай. Сейчас. Я думаю, там попадутся смешарики. А я думаю, что нет. Я думаю, там киска. Ну так давай посмотрим уже быстрее. Да? Давай уже быстрее посмотрим. Алиса думает, что киска, а папа думает, что смешарики. Посмотрим, кто будет прав, да? Ой. Не открывается? Помялась чуть-чуть. Помялась, так ты зубами надавила, и она помялась. Ой, какое-то там интересное. Что это такое? Что это там такое? Это собака опять. Собачка. Ой, какая собачка классненькая. Это щеночек маленький, да? Как щеночек лает? Нет, это большая собака, а маленький щенок как делает? Вот правильно. Ну и все, два Play-Doh сюрприза у Алисы осталось. Посмотрим, что там есть. Да, я хочу еще раз прям. Давай посмотрим, что там за сюрприз. Я прям еще захотела. Еще захотела? Да. Ну потом сейчас пооткрываем, потом в следующий раз будут у нас еще сюрпризы, еще пооткрываем. Давай посмотрим, что там. Все уже ждут нетерпением. С нетерпением посмотреть, что там. Надо сделать кружок. Ну, делай кружок. Да, огромный. Огромный, да, Алиса хочет сделать кружок, да? Ну, доставай уже. Уже кружок сделала, колобок. Колобок. Колобок, колобок, я тебя съем, да? Ну-ка, доставай. Так. Что там попадется у нас? Маленькая капсула и большой плейдо. Маленькая капсула и большой плейдо. И маленький сюрприз в этой капсуле, да? Нет, капсула. Ну а в капсуле еще маленький сюрприз лежит, да? Да. Да. Давай посмотрим, что там. Опа. Ну-ка. Ой, что-то красное такое. Какой-то монстр тоже. А где? Ой, какой-то... А где динозавр? Где собачка? Монстр какой-то страшный. Да, и собачка.
рисовачка. Рисовачка? Да. Что за рисовачка? Она рисует. Она рисует? Ну-ка, дай посмотрю, какой-то интересный, это монстр какой-то. Алиса говорит, рисовачка. А, точно, вот эта пипочка, наверное, рисует. С такими с глазами, страшный монстр такой. И последний плейдо-сюрприз у Алисы остался. Что же будет там? А там что-то мы уже видим. О, что-то такое интересное. Давайте делать кружок. Кружок, ну делай кружок. А я тогда открою, пока ты делаешь. А я тогда... А что ты так кричишь? Ну так давай открывай, там уже интересно. Ну давай быстрее открывай. Давай быстрее открывай, мы хотим посмотреть, что там. Открывай. Ну давай, давай, открывай. Колобок, колобок, я съем. Ну открывай, Алиса, уже. Так, ну мы сейчас не вытерпим и уйдем все. И не досмотрим до конца тогда, чем фильм закончился, да? Сейчас. Пока Алиса колобка лепит. Колобок, колобок. Тогда, так. Так. Ну давай уже открывай. Молодец. Ну и давай, открывай последний киндер. Киндер-сюрприз, Тимати. Ой, это не киндер, это сюрприз. Нет, Тимати. Плейдо-сюрприз, да? Нет, Тимати. Чупа-чупс, ну пускай чупа-чупс будет. Так, что там? Не открывается? Давай я открою. Нет, я. Ну, давай. Не получается у тебя, давай открой. Ну давай, у тебя же не получается. Никак? Получилось. Получилось? Ой, какой-то там страшный монстр. Это что? Какой-то червяк, что ли? Это червячок. Что за червячок? Я не знаю такого червячка. Это губка Боб. Губка Боб? Это какой? Губка Боб уж желтый. Он как мочалка. А это кто? А это какой-то планктон прям. Да, о. Планктон. О, какой страшный, зеленый. С усами еще. И у Алисы фигурка-мялка. Ну что, понравилось Алисе распаковывать сюрпризы? Покажи, сколько много сюрпризов Алиса распаковала. Ну так ты покажи их все. О, все, все, раскидала, раскидала Алиса все сюрпризы. Ну давай, говори своим друзьям пока-пока. Пока-пока. Вы на канале в гостях у Алисы и Егора. Подписывайтесь. На канал в гостях у Алисы и Егора. Ставьте палец вверх. Оставляйте комментарии про игрушки. Про игрушки. Пока-пока. Пока-пока. А Алиса вас что? Вас любит. Значит, дядька золотым. Да. Всем пока. Пока-пока.